Привет всем, дорогие подписчики! Мы сегодня читаем сказку «А что у вас?». Мы начинаем читать. Кто на лавочке сидел, кто на улице глядел. Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал. Делу было вечером, делать было нечего. Галка села на заборе. Кот забрался на чердак. Тут сказала ребятам Боря, просто так у меня в кармане гвозди, а у нас сегодня гости, а у нас сегодня кошка родила вчера котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят. А у нас на кухне газ, а у нас водопровод. Вот. А из нашего окна площади красная видна, а из вашего окна кошка. А из вашего окошка только улица немножко. Мы гуляли по Неглиной, заходили на бульвар, нам купили синий перезеленый красный шар, а у нас огонь погас. Эту раз грузовик перевез дрова. Эту два. А вчера вертых наша мама отправляется в полет, потому что наша мама называется пилот. С лесенки ответил Вова. Мама летчик, что же такого? Вот у Коли, например, мама милиционер, а у Толи и у Веры обе мамы инженеры. А у Лёвы
Мама повар. Мама летчик тоже. Что ж такого? Всех важнее сказала Ната. Мама вагоновожатый, потому что водит мама два прицепа и спросила Нина тихо: разве плохо быть портнихой? Кто трусы ребятам шьет? Ну, конечно, не пилот. Летчик водит самолеты. Это очень хорошо. Повар делает компоты. Это тоже хорошо. Доктор лечит нас от кори. Есть учительница в школе. Мамы разные нужны. Мамы всякие важны. Дело было вечером. Спорить было нечего. Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчики. Всем до новых сказок!